уважаемые наши казахстанцы, наши дорогие, любимые ветераны, от чистого сердца я хочу пожелать вам крепкого здоровья, поздравить с этим замечательным праздником, Днем Победы, 9 мая. Также хочу пожелать нашим казахстанцам, уделяйте больше внимания нашим ветеранам, что-то благое делать. Уважаем вас, ценим, любим. Ну и от нашего клуба хотим поздравить всех казахстанцев с этой великой победой. И постараемся также радовать вас спортивными победами. Ваш баскетбольный клуб «Астана».